Тремпс, пуф-пуф, хуяк бэм. Чтобы ехать в Иркутск. Это круто, бля. Я победил всех. Вообще ты блогер от блогов. Я просто я от не бог. Смотрел. А я себя только смотрю. Я для себя снимаю, я себя люблю все. Телепортнулся откуда-то. Че, пацаны, быстренько расскажите, что вообще, кого что происходит. Короче, мы двигаемся в Иркутск с Улан-Удэ на Сорево, ёба. Угу. На все. Какие Сорево? Сорево, который будет да в Иркутске. Всем похуй на тебя вообще. Никитос. Че? Вот он к нам присоединился, он тоже едет. Он на всех Сорево, победит. В Иркутске. Вот. А Женя, короче, будет сидеть и никого не победит. Я директор. Что ты только что сделал? Наконец-то мы двинулись. Мы целый час ждали, чтобы выехать. Пшкире! Иркутск жди. Вообще. Будет Ты что, с ножницами на меня напал? Ух, ебан! Кем я еду, господи? Ты снимал, что ли? Это просто, чтоб не больно было. Хорошо. Я никого не победю. А? Только Жеку. Победимый. Нет. Блять, ты заебал. Бери ноги свои, ебан. Короче, нахуй, я как директор тебе знаешь, что говорю? Ты знаешь, где спать тебе? Игорь, ебан. Вон там, нахуй, спи. Тебе передали. Вон там спи, блядь. Ну ты правильно, блядь. Суп говна, нахуй, ебан. На, я вешалку выбери. Фу-фу, нам повезло. Арсений, как дела? Привет. Ты чё там? Я сижу. Очень удобно. Нет. Назревает яйца битва. Давайте ебашьте. Да хуй с тобой. Я тебе не так жестко замахнулся. Ебашьте по яйкам. Стоп, я вот не, зачем ты так делаешь? Я тебя в квадрате держал. В квадрате? В кубе, блядь. Сука, ты хули делаешь? Я устал. Только не орите, пожалуйста. Давай сейчас оно выйдет. Спрячь его куда-нибудь. Я тебя слабо ударил, иди нахуй. А что ты слабо ударил? Ну, правое яйцо болит, блядь. Да он, блядь. Сейчас, погоди, я еще раз прыгну, просто прыгну.
блядь, мне этот пакет мешает. Бери пакет. Почему нам? Давай. Трип ту Иркутск. Хочется хавать. Всегда и, хочется. И пить. И я, походу, простыл, потому что я лежу около окна. Иркутяне, у вас какая-то странная погода. То очень холодно, то очень жарко. Что-то у нас вот просто. Не, у нас просто всегда просто ад. Да. Постоянный. Ну, летом. Ну и зимой ад. Только да. В другую сторону. Холод. Мы нашли площадку, даже не потерялись. Даже не потерялись. Йоу. Женя. А вот это маты. Смотрите, маты. Вон кубки какие-то лежат, но это точно не наш. Не, это вот золотой Женя здорово такой. Ага, конечно. Это Тамир, он дебил. Я тебя снимаю давно уже, если что, ебаный в рот. Короче, я приехал в Иркутск, сделал один аккурас, который хотел сделать. Я выполнил свою миссию. Все. Mission complete. Сейчас я пойду, вот смотрите, какой хороший газончик. Я на нем разлягусь и буду загорать, а они будут прыгать. А ты двуху должен с рандата вот эти делать. Он будет выступать. Будет? Так он-то не хочет. Страховка. Я сейчас все сделаю. Сейчас все решу. Ты же директор? Конечно. Угу, порешаешь. Ты, блядь, словно директор. Вот ты должен разъебать всех. Да какой я тогда зарегаю? Разъебешь нахуй. Ну, без регистрации сама сможешь меня зарегать? Короче, вот мы стоим, курим все. А все иркутяне не курят, потому что они за ЗОЖ. Они выиграют, а мы нет. Знаете почему? Почему? Потому что ребята, особенно те, кому нет 18, я помню, сигареты вас убивают. Не курите. И прыгать не дают. Прыгать не дают, нормально. Потому что ты покуришь, и тебе хуёво сразу становится. И ты выступать не можешь. Но мы можем, потому что мы кто? Правильно, трэмпс. Вы не трэмпс, вам нельзя. Не курите. A few moments later. Мы пришли на соревнования. Посмотрели споты, чуть-чуть попрыгали, у всех что-то болит. Душа. И в итоге... И мы уже быстрее хотим отпрыгать и пойти куда-нибудь. A few moments later. А у Арсюхи берут интервью. Площадку маты убираем в сторону.
мы популярные. Пацаны, а Урсюхи берут интервью, вы знали об этом? A few moments later. Яковлев Евгений. Итак, 3, 2, 1, поехали! И... О, тихо-тихо-тихо! Раз, впереди, впереди. Жека, нормально? Давай, может, это... Через одного? Через одного, давай. Давай через... Чемпион города Иркутска, Иркутской области 2017 года. Беляков Алексей на площадке. Леха готов, уже все готовы. Итак, 3, 2, 1, поехали! Давай еще. Мы никто не заметили. Команда Трамс, Витин, Арсений, поехали! Чука!
когда снял тутер на как разбиться за 15 секунд именно на соревнованиях, я убил себе пяточку, убил палец, который и так был убит, и убил себе вот эту вот, как она называется, ляжку. Я и почти на всем этом я подскользнулся. Я не виноват, это все споты. Че, ты где грязный? Ну, вы понимаете, ребята, да? Дай, пожалуйста. Это просто невероятная фигня. Вот. Чё, пацаны, финал прошел, да? Ну. И чё, кого? Как дела? Вот этот демон точно. Демон, ну. Демон ебанутый просто, ну, пиздец. Там духа задки, франдата, вин задку. Нет, ты демон. Не. Типа по технике? И по технике, и по всему. Вот ты тоже удивил, ты такой стилёвый. Я прям не могу. Я ж в Питере жил. Вот это двуха, я думал, ты ее будешь делать, ну, типа, в той прежней оси. А ты ее так вынес, и потом так... Да, я схитрил. Никто ни хера не понял. Ну, надо же было выступить. Я с травмы просто, ребята. Финал прошел. Я хотел сделать один, а сделал два на бедро. Очень жестко. Пацаны месят. Я это уже каждый раз говорю. Ну, короче, это реально жестко. Это... Обычно, знаешь, в принципе, было весело, было здорово, и мне понравилось. Сейчас посмотрим, там судьи, он совещается сзади нас, что скажут. Но нам похер. Нет, первый раз вообще вот такой. Подожди. Вообще, ебать. Главное... Особенно мне. Главное, пацаны, это участие, а не победа. Мы приехали в Иркутск ради того, чтобы попрыгать. Вот это дорогого стоит. И барабанный дробь, ну, посмотрели. И за третье место в категории про у нас побеждает Беляков Алексей. Лёха, давай, иди сюда, красава. Задам же рыжку, молодец. Сейчас призы попозже чуть-чуть. Так, за второе место Викин Арсений, давай, иди сюда. Хорош. Ну и за первое Станислав Гузиков, давай, поднимайся, красава, чемпион.
Сегодня ты прям вообще... А тебе можно с вами сфотографироваться? Ну, конечно, с ними можно. Нужно, нужно. Давайте. Сейчас мы откинем. Спасибо. О, Стася, ну-ка покажи кулак. Хорош. Графику тебе еще. Пока будете выйти. Итак, а теперь у нас на прямо официально форму пришел, да? Ну, видимо, что да. Там все в пакете? Короче, смотри, братан. Грамота. Грамота. Грамота, брат. Грамота. Смотри. Теперь грамотный, да? Спортмастер. О-о-о, все. Тейпа у нас теперь завались. А где нормальное веселье? А говорят, сумки содержимое тоже есть. А, кстати, так, да. Интересно, какое там что содержимое. Что там в пакетике? Сейчас посмотрим. С понятым. Ох, ёб твою мать. Хуя тут всякая дичь вообще. Торнео. На пульсники! Соревнования. Ровно в один голос. В один голос от зрителей получает Закарыкина Анастасия. Беги сюда, беги, молодец, красава. Еще и с телефоном, умничка, умничка, дайте. У нас в номинации «Самый лучший трюк» на соревнованиях «Нет границ» побеждает Позлиев Тамир. Тамир, где ты, иди сюда. За двух генеров мы очень долго совещались, решили двух генеров вложить. Держи пятюню, держи тебе вот такую штуку и этот... 2000 years later. На следующий этап трипа мы добрались до остановки, кое-как мы час блуждали, тут не понимали, куда ехать. И сейчас мы едем в Ангарск. Там будет ночная тренировка, мы там специальные гости сегодня. И наконец-то мы помоемся. Да, вообще, потому что сегодня было очень жарко, все потные. Да, мы еще сгорели. У меня так плечи горят, что пиздец. Жестко. Увидимся в Ангарске. Трэмп, трэмп, пуф, пуф, хуяк, бэмп.